Кстати, ранее одним из первых прививку от коронавируса получил американский президент Джо Байден. Он это сделал в прямом эфире. А в январе вакцинировалась 94-летняя королева Елизавета II, ее супруг Филипп, которому в этом году, кстати, исполняется 100 лет. Позже королева Великобритании назвала процедуру, цитирую, «невинной». В Европе одной из первых вакцинировалась президент Словакии Зузана Чапутова. На своей странице в соцсетях она также призвала не бояться вакцины. Прививку от коронавируса публично сделал и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Его примеру после последовал президент страны. В городской больнице Анкары привился лидер Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган. Вакцинацию прошли президенты России Владимир Путин и Южной Кореи Му Дже Ин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Франции Жан Кастекс.